сообщает, что джидди начались 30 стран-представителей по ситуации в Украине, консультации. Догадываюсь, что от этих консультаций не будет толку. Как нет толку от моих? За понимание пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Всех агитаций. Потому что на земле ее понять способного искать, что в стоге сена искать иголку. Ой, я в этом убеждаюсь каждый день по 1000 раз в день, потому что в сети моих стишков и клипов с этой великой русской пословицей уже 1000, и, соответственно, 1000 эти стишки почитали и клипы посмотрели, и все без толку. Ну, что поделаешь? Делай, что должен. Пусть будет, что будет.